Тюменской области откроется школа социального предпринимателя. О развитии новой, набирающей популярность сферы бизнеса рассказала сегодня на встрече с журналистами генеральный директор инвестагентства. Ольга Зикеева отметила, что законодательно статус социального предпринимателя еще не определен, но бизнес может активнее поддержать ряд государственных программ, связанных с материнством и детством, пожилыми людьми, спортом и культурой. Например, в нашем регионе это частные детские сады, которые зарабатывают сами и решают проблему нехватки мест, а также расходов бюджета на строительство новых учреждений. Задача номер один – это обучение, в том числе и НКО, и всевозможных общественных организаций, бизнесу, предпринимательству. И самих предпринимателей, которые захотят входить в социальную сферу, тоже непременное обучение бизнесу. Потому что, понимаете, за красивой идеей всегда кроется доходность. Полное интервью с Ольгой Зикеевой о новых формах работы с предпринимателями смотрите в программе «Деньги за неделю» в воскресенье в 12:15 на канале «Тюменское время».